Армения официально не отказалась от территориальных претензий против Азербайджана, так как во многих документах, принятых в Армении в 1990-2000-х годах, находят отражение географические и территориальные притязания. Об этом заявил представитель Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, некогда занимавший должность посла во Франции, в интервью изданию Independent Arabia. Данные законодательные акты все еще находятся в силе, что может считаться одним из основных препятствий для заключения мирного соглашения. С другой стороны, наличие данных документов расценивается как проявление Армении незаинтересованности к заключению мира. Эти документы также являются серьезным нарушением международного права, так как международная общественность при вступлении Азербайджана в 1992 году в ООН признала Карабах территорией Азербайджана. Одновременно Армения все еще удерживает под оккупацией азербайджанские села и обратилась в Международный суд в Гааге с жалобой против Азербайджана. Амирбеков заявил, что Азербайджан выступает за открытие всех транспортных путей как позитивный итог мирного договора. Армения, которая держит закрытыми свои границы с Азербайджаном и Турцией, чьи дороги с Грузией зимой непроходимы и которая имеет удобные сообщения только с Ираном, столкнулась в этом вопросе с дилеммой. Подписание мирного договора и установление дипломатических отношений между двумя странами могут дать много преимуществ, а регион приобретет значение для транзитных грузоперевозок. Таким образом, соединение основной части Азербайджана с Нахчеваном посредством коммуникаций может стимулировать развитие среднего коридора и транспортировку грузов из Китая в европейские страны, отметил Амирбеков, выразив уверенность в том, что экономические и коммерческие аспекты этого вопроса будут представлять интересы для Армении.